Всем добрый день. Мне очень приятно видеть в зале знакомые мне лица и незнакомые лица тоже. Казань – это прекрасный город, где живут хорошие люди. И неспроста каждый год туровый фокус начинается именно отсюда. Итак, меня зовут Ольга Вичканова. Я руководитель группы развития бизнеса компании OVIX. И сегодня я вам расскажу о новых веяниях нашей компании на этот год. Компания OVIX в прошлом году отметила свой юбилей – 30 лет надежности и успеха. 30 лет компания наработала много опыта, прошла не один шторм, не одну бурю. И законно занимает на сегодняшний день компетенции успешного дистрибьютора и задает тон лидерства на рынке. Компания растет, мы прирастаем хорошими, успешными, квалифицированными сотрудниками. Мы наращиваем склады и товары на них. Склады у нас полны товара именно в Москве. Мы продаем свое оборудование в проекты прямо со склада и под заказ. Мы постоянно наращиваем товарный портфель брендов и прирастаем партнерами. Партнеры у нас по всей России, Казахстану и Белоруссии. 30 лет успеха и надежности. Все, кто работает с OVIX, все прекрасно это знают. Кто еще не работает с компанией OVIX, пришло время познакомиться. Приходите к нам обязательно. Что же нового у нас? Кроме того, что мы поставляем оборудование со склада и под проекты, у нас появилось три новых подразделения в компании. Это отдел креативных решений. Молодые специалисты, дизайнеры помогут вам в ваших проектах от создания концепта до контента. Ой, простите, пожалуйста. Сервисный центр. Он переехал к нам в здание OVIX, теперь находится с нами на одной площадке. Сервисный центр у нас очень сильно видоизменился. Это теперь не просто центр, который оказывает услуги гарантийного и постгарантийного сопровождения. Теперь это технологическая площадка, которая тестирует всякие сложные инженерные решения. Мы же доросли теперь до уровня вендора, и теперь не просто поставляем вам какие-то коробки, а должны быть уверены в тех продуктах и решениях, которые вы будете предлагать своим заказчикам. Ну и, конечно же, у нас появился шоурум, но об этом я расскажу немножко поподробнее дальше. Продуктовый портфель компании OVIX выглядит следующим образом, как вы видите на слайде. Как же позиционируем мы себя? Кто же такая компания OVIX, такая прекрасная и замечательная, и почему к нам приходят партнеры и советуют другим? Придя к нам, вы попадаете в такой некий большой гипермаркет электроники, где закрываете свои проекты под ключ из одних рук. Наш товарный портфель сбалансирован гармонично таким образом, что в каждой товарной категории у нас несколько вендоров по разным ценовым категориям. Это позволяет вам закрыть проект либо под ваши бюджетные какие-то характеристики, либо под техническое задание. Ну а менеджеры компании OVIX помогут предложить вам либо альтернативные решения, либо эксклюзивные. Обращайтесь. Ну и, конечно же, не могу сказать два слова про финансовую стабильность и надежность. Компания финансово устойчива, стоит на плаву, уверенно прирастает, показывает растущий оборот от года к году. Ну и, конечно же, надо сказать, что компания OVIX финансово независимая компания. И когда вы сталкиваетесь с трудностями финансовой упаковки своих проектов, конечно же, не надо забывать про OVIX. Приходите, мы обсудим. Сделаем расчет, выдадим какое-то коммерческое предложение. Ничего нет невозможного, в принципе. Ну и, конечно же, компания OVIX не просто сейчас дистрибьютор коробочных решений и профессиональных ПРОАВ решений. Теперь времена меняются, и нужно быстро подстраиваться под условия рынка. Теперь мы доросли до вендора, и так как теперь мы выполняем функции вендора, теперь мы не просто привезем, подберем и поставим, а теперь интегрируем, протестируем, создадим контент и спроектируем. Как вендор мы формируем спрос рынка, а для этого мы встречаемся с вами на семинарах, встречаемся с вашими партнерами, устраиваем какие-то тематические мероприятия, знакомим вас с продукцией, знакомим через интернет-площадки и знакомим воочию живьем.
Проекты любой сложности. Сегодня просто невозможно представить ни один проект без мультимедиа. И неважно, в каком секторе экономики вы работаете или вертикали рынка, ваш заказчик в любом случае столкнется либо с какими-то потребностями стандартных решений в виде переговорок, диспетчерских, ситуационных, либо каких-то сложных проектов. А УВИКС готов делиться с вами как типовыми наработками, так и сложными проектами, в которые мы подключаем наших инженеров. Приходите, обращайтесь на любом этапе. Мы подключимся в ваш проект. Ну, проект – это многосложная работа, поэтому, как я сказала, вы можете столкнуться со сложностями на любом этапе. Можете прийти просто посчитать проект, можете расценить экономику, можете привлечь какие-то более сложные работы, включая монтажные и пусконаладочные. Приходите на любом этапе, будем обсуждать с вами возможности и наше участие в ваших проектах. Ну, собственно, УВИКС по-прежнему продолжает вести три свои площадки. Это YouTube, Telegram и Дзен. Три площадки немножко разноплановые. YouTube – это про ролики, про какие-то распаковки, обзоры оборудования, решений и, ну, все, что связано с видео. Telegram-канал – это короткий новостной канал. И Дзен – это полноценная площадка новостных статей. Поэтому, если вы еще не подписаны, подпишитесь сейчас или потом подойдите к нам на стенд, обязательно подпишитесь на какой-то канал. Очень много полезной информации будете черпать отсюда. Ну а теперь, наверное, самое интересное, для чего мы сюда приехали, в принципе, познакомить вас с новинкой. У нас открылся новый шоурум. На территории, на базе нашего офиса, на территории более 500 квадратных метров мы построили и открыли для вас и ваших заказчиков шоурум. Это огромный, огромный шоурум, музей мультимедиа. Как хотите его назовите, технологическая площадка. Что же такого интересного в этом шоуруме? Все большое пространство мы разбили на типы помещений. И каждому типу помещения, каждой товарной группы отдали свое помещение. Собственно, для того, чтобы вы могли познакомиться с нашим шоурумом, ну, конечно же, нужно приезжать к нам в гости, смотреть воочию. Для того, чтобы, ну, вдруг он вам не понравится. Забегая вперед, вы можете зайти на сайт Easy Travel, скачать ссылку на наш аудиогид, послушать, посмотреть. То есть у нашего шоурума, как у любого уважающего себя музея, у наших экспонатов у всех есть описательная часть. То есть вы можете послушать или посмотреть какой-то видеообзор. Ну или вы можете воспользоваться QR-кодом, с этого слайда пройти, скачать себе приложение и, в принципе, пользоваться им в режиме офлайн. То есть для чего создан наш шоурум? Это для тех, кто планирует посетить его, для тех, у кого нет возможности посетить наш шоурум, ну и для того, кто в принципе следит за тенденциями, новинками в мире АВ. Собственно, шоурум – это такое большое пространство, где мы проводим экскурсии, тестирование, обучение, где мы знакомим вас с оборудованием, где мы предоставляем возможность протестировать разные виды оборудования и выбрать именно нужное под вас, привести вашего заказчика. То есть это огромная площадка в пользу прежде всего вам. Мы продвигаем наши товары и решения на рынок, а вы с ними знакомитесь и знакомите своих заказчиков с этими продуктами. Ну а сейчас внимание на экран. Thank you.
Ну, собственно, на этом мое выступление закончено. Я скажу только еще одно слово буквально. Конечно. Сегодня в 14:30 мы будем проводить на стенде AUVIX розыгрыш. Среди тех визиток, которые вы принесете после моего выступления, и запишитесь на экскурсию в наш шоурум. Поэтому в 14:30 три приза мы разыграем. Среди вас однозначно есть счастливчики. Попытайте свою судьбу, приносите визитки. Все, спасибо за внимание.